Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Hi there, it's Nastya и моя рубрика Handy Hacks. День космонавтики, и я вспомнила свою детскую заветную мечту — стать космонавтом. И теперь я учитель, и космос мне только снился. Хотя мне иногда говорят, что я звезда. Поэтому сегодня я хочу вам рассказать про инсайдерские фишечки, которыми мы, учителя Skyeng, пользуемся при работе с маленькими космонавтиками и, возможно, будущими покорителями Марса. Cool story time! На первом курсе в педе нас спросили, кем мы хотим стать после окончания вуза. Кто-то сказал лингвистом, кто-то преподавателем, кто-то филологом, переводчиком. И одна девочка на полном серьезе сказала астронавтом. Возможно, она, конечно, шутила, но препод на нас тогда так серьезно посмотрела и сказала, ну, в космос вы, конечно, уже не полетите, но хорошими преподавателями стать сможете. От себя продолжу ее мысль. Не надо становиться Гагариным, чтобы встретить инопланетян и чтобы ваши уроки были просто космос. Meet Al. Это наш местный инопланетянин. И сейчас я вам расскажу, как с ним подружиться. Итак, среда обитания Эла — платформа KLP. Она была создана для самых маленьких любителей английского. На ней мы и работаем с малышами. Эл, honey, I'm gonna get back to you in a moment, okay? Вы лучше меня знаете, что работа с детьми требует особого настроя. В первую очередь, чтобы с ними работать, их нужно искренне любить. Каждый из них настолько неповторим, что работая с ними, ты растешь и многому учишься. That's why it's important to share. I am learning so much from you. Причем дети иногда могут выдать такое. Я помню, я раньше даже вела дневник каких-то смешных моментов. Помню, когда я только начинала работать, мне сразу дали стартеров. Это 3-4 класс. И вот у нас была тема еда, и у нас было много картинок с различными блюдами. Одно из них было fish and chips. И я показываю, this is fish and chips. И один мальчик говорит, ну, fish я вижу, а где, собственно, chips? Я говорю, вот, вот chips, вот chips. Показываю на жареную картошку. А он такой, no. It's French fries. Так что, на мой взгляд, работа с детьми — это сложное, но сверхблагодарное занятие. Мы, преподаватели, знаем, что их обязательно нужно заинтересовывать в каждом задании, которое вы выполняете, и постоянно сменять деятельность. Если мы работаем с совсем маленькими детьми, то нам приходится сочетать в себе актера, аниматора, друга, воспитателя. You can make him do anything you want. Поэтому учителя и используют разные фишки для привлечения и удержания внимания. Кстати, если у вас есть свой коронный трюк, как заинтересовать маленьких студентов, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Говоря об онлайн-образовании, здесь нужно учесть свои нюансы. Во-первых, вы общаетесь через экран, а соответственно не делите с учеником физическое пространство и не можете к нему прикоснуться. Хотя детей, в принципе, трогать не надо. Во-вторых, весь урок должен восприниматься ребенком как игра, иначе он просто вырубит комп и уйдет в другую комнату. Разработать даже одно такое занятие очень энергозатратно. Но на нашей платформе методисты взяли этот гигантский айсберг работы на себя. Так и получился Эл. What's up, little buddy? Эл — это персонаж, который сопровождает малышей в новой для них вселенной английского. Он марсианин и не знает человеческого языка. Наши курсы построены таким образом, что дети помогают Элу выучить английский. У каждого преподавателя есть мягкая игрушка Эла, которую тоже можно задействовать. Я сейчас расплачусь, я такой милашка. Это как котик! Кроме того, Эл появляется во всех интерактивных учебных материалах. Это всевозможные комиксы, видеоролики, игры, стикеры. Каждый курс выстроен таким образом, что Эл рассказывает некую историю, которой ученик подключается и начинает переживать. И это, в свою очередь, является эффективным инструментом в стимуляции процесса обучения. Таким образом, и к учителю, и к Элу ученик начинает относиться как к своим друзьям. На платформе есть 6 основных программ для детей от 4 до 9 лет. Little Start — 2 уровней сложности и Primary — 4 уровней сложности. Причем, если ребенку исполняется 10 лет, а он не до конца прошел курс, его не отправляют сразу в Junior, на другую программу, а продолжают, пока он не пройдет весь уровень. То есть нет резкого прерывания процесса, который зачастую встречается в офлайн-школах.
По-моему, это боль всех учителей, меня в частности. Как и взрослые курсы Skyeng, программы KLP подбираются индивидуально, в зависимости от уровня знаний ребенка и целей, которые он и его родители хотят достичь. При разработке всех курсов использовались лучшие кембриджские и оксфордские учебники, а также авторские разработки наших учителей. Так была создана увлекательная обучающая интерактивная программа. Для ученика наша платформа — это игра. Да-да, та самая геймификация, о которой мы говорили совсем недавно. 1, 2, 3, 4, 5, open. Are you on the bed? Yes! Причем все игры созданы с учетом психологических особенностей каждого возраста. Таким образом, дети настолько увлекаются уроками, что они с нетерпением ждут каждого занятия. Они воспринимают их как сеанс связи с Эллом, как веселое времяпрепровождение, которое при этом им еще и пользу приносит. А это и есть лучшая мотивация для ребенка. Каждое занятие длится 25 минут для детей до 7 лет, и 40 минут для детей постарше. Родителям KLP тоже нравится. Платформа позволяет в режиме реального времени отслеживать прогресс ребенка, изученные темы и получать обратную связь от преподавателя. I want you on KLP platform. На самом деле, когда я в первый раз заглянула на платформу, это просто отвал башки. Там столько крутого и уникального материала, и весь он так четко систематизирован, что вам не придется часами сидеть на busy teacher'е, чтобы подготовить космический урок. Нужны только ваша увлеченность и техника преподавания. У меня есть опыт методической деятельности, и я знаю, насколько сложно составлять планы курсов, поурочное планирование, подобрать пособие, потом собрать фидбэк от препов. И в моем случае совмещать учебу, работу и вот такое вот методирование — это просто не вариант. It's impossible. И когда ты заходишь на платформу, зная наперед, что у тебя сейчас будет бомбезное занятие, и тебе нужно сфокусироваться на самом преподавании, понимаешь, что человечество шагнуло вперед. Это еще и огромный груз с плеч, потому что тебе не нужно постоянно выжимать из себя гиперкреатив. И еще ты экономишь кучу времени для самого главного, для передачи знания ребенку. Причем, если вы преподаете на KLP, у вас есть доступ и к материалам для взрослых студентов. Мы всегда должны оставаться в топе и быть updated. Поэтому платформа постоянно меняется. Дело в том, что KLP, помимо всего прочего, еще и большое сообщество профессионалов. Это место, где преподаватели обмениваются своим опытом, генерируют новые идеи, которые потом находят реальное воплощение на платформе. Главное только этого захотеть. Skyeng инициативу поощряет. Например, теперь у нас на платформе можно рисовать с учеником. Ну и я уже много раз говорила про всевозможные тренинги, вебинары, семинары, конкурсы. Так что если вы все еще сомневаетесь, покорять ли вселенную веб-преподавание, самое время перейти на светлую сторону. К нам с Эллом. На этом не все. Ставьте лайк под моим видео, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии и stay tuned! Bye!